В честь 8 марта прекрасную половину человечества поздравили на всех предприятиях городского округа. Женщинам из Люберецкого водоканала особенно повезло. Теплые слова в их адрес прозвучали не только от коллег, но и от сотрудников администрации. Люберецкий водоканал – одно из лучших предприятий своей отрасли Подмосковья. И этот результат вполне можно отнести к заслугам прекрасной половины коллектива. Ведь большая часть работников организации – 300 человек. Это юристы, управленцы, лаборанты, диспетчеры, экономисты и финансисты. На хрупких плечах сотрудниц предприятия лежит большая ответственность. Я искренне хотел бы пожелать нашим женщинам искренне и добра, и благополучие, и здоровье, естественно. Но есть такое понятие, я сам до конца не знаю, женщины знают, женское счастье. Вот это же у нас было. Потому что понятно, что это материнство, это жена в доме, это муж рядом. Это, наверное, вот все, что связано с семьей, это женщина. Кроме того, праздничная встреча стала поводом и для обсуждения насущных тем для предприятия. Сотрудники водоканала задали главе округа волнующие их вопросы. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.